Здравствуйте, все мои хорошие! Я уже дома! Ура! Свобода! Вы себе не представляете, что это значит? Для того, чтобы ценить вот эту свободу, именно вот так, как я, надо попробовать себя уехать куда-то, поменять свое место жительства, пожить там и посмотреть, надо ли вам этого или не надо. Девчонки, везде хорошо, но дома лучше. Только в свой дом, только обратно домой. Надо мне сесть поудобнее, чтобы я вас хорошо видела. Девчата, поехала, подзаработала, раздала все мои деньги, всем моим детям, все раздала. Оставила себе только вот чуть-чуть вот так вот на проживание, и все, я другие заработаю. А мне ничего и не нужно. У меня нормальная пенсия для Молдавии, я могу справиться и с этой пенсией. Моя программа выполнена сполна. Вот я этого, это у меня был как проект. Это у меня был такой проект, о котором я мечтала. Да, я знаю, сейчас найдутся такие, которые скажут, неужели можно мечтать о такой работе, чтобы поехать там и ухаживать за бабушкой. А почему вы считаете, что так не может быть? Я не хотела вот именно копаться вот в этом вот, но я хотела испробовать на себя вот этот труд. Это огромный труд, девчата. И если мне за этот труд платили очень хорошо, я вам скажу, когда мне поставят последние деньги на мой счет. Я не получила еще последнюю зарплату, мне дали в виде аванса примерно ту сумму, но там я посчитала вместе с ними, что они мне еще немножко должны. Вот когда поставят все мои деньги, когда я буду считать, что я уже полностью уволена, тогда я вам скажу, сколько мне там платили. Вам, наверное, это тоже интересно, девчата. Я вам рассказываю все так, как есть. И вот возвращаюсь обратно к этой теме. Неужели хотела я вот на такой работе? Но, девчата, но почему-то есть люди-волонтеры, которые это делают вообще бесплатно. Которые делают вообще бесплатно. Я это сделала за большие деньги. Которые помогли мне осуществить свою мечту. Последнее, что я могла сделать для моих детей, это поехать туда и заработать вот этих денег. Не говорите, что я корыстна, что я говорю только о деньгах. Речь идет об этой очень сложной и очень тяжелой работе. Это никому не позавидуешь. Те женщины, которые на этой работе, я просто поклоняю перед ним шляпу и голову. Я, честно говорю, очень мне хотелось вот посмотреть вот этот мир с глазами, именно теми глазами, как люди кашеварятся вот в этой работе. Это очень тяжело. Целую неделю не снимала. Во-первых, я только приехала. Вы видели, как меня дети встретили. Они настолько были, вот так скучали за бабушкой. Они так скучали за моей едой, что я всю неделю занималась только внуками. Уроки, готовка, встречаю. Что я еще хотела вам показать? И что я хотела рассказать? Девчонки, сразу в первый же день, это было воскресенье, я прилетела в субботу вечером. Конечно, воскресенье Настя наготовила так много. Я просто, у меня был пижамный день, я ходила только к ним в гости, у себя сидела. Я так хотела и скучала за нашим телевидением. Я не хотела эту политику смотреть или там что-то. Просто, чтобы телевизор разговаривал на моем языке в моем доме. Я за этим очень скучала. И в понедельник, девчата, я сразу побежала оформлять свою пенсию. Мне сейчас положен перерасчет по моей пенсии за мои отработанные годы во время пенсии. Когда я уже вышла на пенсию, я проработала еще 3 года и 2 месяца, девчата, если точно, по месяцам даже. И сейчас я уже сходила в понедельник, там меня записали, можно было и онлайн. А я решила туда пойти, потому что только так я могу выйти где-то прогуляться. Прогулялась, много кого встретила. О, постриглась, девчата, вот постриглась.
Вот моя новая стрижка. Сзади не знаю как, вот такой вот пикси. У меня вот такая вот прическа сейчас, пикси, вот. Или Боб Каре раньше, наверное, называлась. Я иду стричься, а Настя мне говорит: мама, не стригись, как обычно. Сделай пикси. У Каролинки последнее время была стрижка пикси. И я думаю, да, действительно, она была красивой. Но у меня очень короткий пикси. Она мне убрала только низ, тут почти все сохранила. Для того, чтобы эту прическу, чтобы она была нормальной, она должна быть длиннее. И я уже легче мне отращивать, вот с этой прически, уже легче, чтобы отращивались волосы, чем вот ждать. Я бы тут бы 4 месяца бы не ждала нестриженная. Потому что у меня мастер мой тут рядышком. И, конечно, в каждый месяц я бегу и подстригаюсь, наверное, это так правильно, чтобы у меня голова всегда была ухожена, девчата. Мне казалось всю жизнь, что вот эти каре, боб каре, вот эти пикси мне не идут. А сейчас я на себя посмотрела совсем другими глазами. Мне кажется, классно, мне кажется, клево. Девчонки, во вторник... Понедельник был выходной на рынке у нас. Во вторник побежала и купила вот такие вот яблоки. Как я скучала за нашими яблоками. Вот за этим Рихардом. Ой, девчата. Это вот и есть вот солнечный край Молдавии. Вот это запах яблок. Не то, что я там покупала, девчонки. Я там покупала яблоки по 2,50, по 3 евро за килограмм, они никакие, никакого запаха, никакого вкуса. Вот такие у меня яблоки. Я их сниму и покажу вам поближе. Это просто вот рай. Тут рай на земле, тут моя земля. Поэтому для меня и есть рай на земле. Я там очень скучала, я так хотела там яблок. Тем более, что яблоки, они богаты очень сильно многими витаминами, минералами, и они очень полезны для здоровья. Одно яблоко в день. Такое яблоко я осилить в день не могу. Это надо, девчата, пол яблока на целый день. Я такое не могу осилить, как моя рука. Но у меня рука большая, я же всю жизнь таскала бетон, я всю жизнь... Мне даже мой зять сказал, Дорин: Марина, ты для своих лет сохранилась очень хорошо. Мне через, девчата, февраль, через 2 месяца, 63 года. И он говорит: Марина, поверь мне, в твоем возрасте женщины немножко не так выглядят. Ты очень хорошо сохранилась. Я говорю: ну, Дорин, наверное, меня сделал крепче тот бетон, который я таскала всю жизнь. Таскала и радовалась. Заливала, строила дома и радовалась. Это мое хобби по жизни. Девчонки, если кто-то новый на моем канале не понимает, о чем я говорю, просмотрите мои старые видео. И вы там увидите меня во всей красе. Как я бетон таскаю, как я по крышам лазю, как я тротуары делаю. И вы увидите, вот такая вот вроде бы сидит женщина, вот такая вот с пикси, вот такая вот мадам, а эта мадам... Она лезет во все дырки. Мне интересно было все. Только для меня неинтересно вот тяпать или прошивать. У нас прошивать. Или вот тяпкой вот, обрабатывать землю. Агрария, хоть у меня аграрная страна, но я совсем не для дачи. Я совсем не для аграрии. В каждую весну. И в каждую осень, когда я убирала все вот эти сорняки, я все убирала, я не просто копала, я каждый вот этот сорняк стряхивала вот корни и выкидывала там себе на какой-то на мешочек и уносила в мусорку. Вот так я работаю. Я не знаю, вот такая вот я сумасшедшая. Если я что-то делаю, я делаю эту работу до конца. И делаю так, чтобы потом не возвращаться к этой работе. И когда я вот ковырялась в этой земле, когда я вот стряхивала каждый корешок вот этот, я думала, зачем мне это нужно? Эти корешки не заканчиваются. Они
с весны до осени опять на месте. И с осени до весны они опять на месте. Первое, что выходит, выходит лук, чеснок и сорняки. Девчата, я тогда была еще молодая и подумала, Марина, лучше строй дома. Зальешь там один замес бетона, и это на 300 лет. Тем более я строила, что везде арматура, везде армированные пояса, везде вот строила на века, девчата. И я считаю, что я, наверное, создана для этого бетона, для вот этих строек. Это мое. Агрария – это не мое. Я буду кушать с рынка, я буду радоваться за других, но я это делать не буду. Это не мое. Ой, 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 Молдавия, ура, свобода! Девчата, не можете себе представить, насколько я радуюсь, что утром 9 часов я еще лежу в постели, и никто меня никуда не гоняет, и никто не кричит: Марина, дай это, дай руки, подыми, уложи, дай таблетку. Но, девчата, я не жалуюсь. Эта работа принесла мне большой доход. Мои все дети очень обрадовались. Бабушка не может сидеть на месте, значит, бабушка что-то зарабатывает. Бабушка делится со всеми, мне ничего не надо. Девчата, мне ничего не надо. Мне бы жить на эти, что я вот имею пенсию, мне бы жить бы на эти деньги. Дай Бог мне только здоровье, надо пойти по врачам, немножко тут подлечиться, потому что там не лечение. Там нет, нет. Или от того, что я не знаю языка, или от того, что они на нас смотрят, как на второй сорт, не знаю. Лечение это тут у меня в Молдавии. Я уже на понедельник записалась к врачу, к семейному, возьму себе направление к ортопеду, возьму, чтобы грыжи свои как-то подлечить. Как можно лечить грыжи? Только ибупрофеном. Ну и дрищ твою мать. Нет, чтобы витамины какие-то выписали, нет, чтобы какой-то курс лечения. Сейчас я приду к своему врачу, и он мне выпишет все 10 или 12 наименований. Я капельницы сделаю, я витамины попринимаю, и дальше в бой. Девчата, не буду вас долго отвлекать, я уже дома. Я помогите, помогите, посмотрите, чтобы у меня не умер мой канал. И я вас буду, я не знаю, развлекаю или поднимаю вам, не знаю, настроение, или хотя бы поддерживаю, когда вам тяжело. Вы думаете, мне легко? Вы думаете, мне легко? Мне тоже нелегко. Я тоже плачу. Я плачу по вечерам. Я тоже вот скорблю. Я очень скорблю. Я приехала домой. Везде, вот везде фотографии моей девочки. Как вы думаете, мне не тяжело? Но утром просыпаемся, моемся, приводим себя в порядок и дальше в бой. Девчонки, дальше что-то делаем. Или работаем на своих внуков. Вот, у меня сейчас, вот у меня 12 часов дня, я вам снимаю видео. Сейчас меня ждет, чтобы я до 2 часов сварила красный борщик, вчера фасоль уже сварила. Как я хотела фасоли, девчата! Там же такая дорогая фасоль, и так долго она варится. А у меня тут край аграрный. Вот такая вот меленькая, беленькая, которую я замочила с вечера. И вчера включила, за полчаса она готова. Она такая сахарная, сладкая. Ой, вчера нажарила себе этой фасоли, наелась. Сегодня мои дети ждут именно красный борщ с фасолькой, с капусточкой свежей, с мяском и дальше заправлено сметанкой. Вот сейчас у меня, я должна быстренько это снять и пойти сварить этот красный борщик и накормить. В 2 часа придут мои дети со школы. Ой, девчонки, график у меня такой полный, вот такой вот полный-полный. Но меня это радует. Я пока отдохну, уже вчера мне звонили с фирмы, я еще не полностью, я вроде бы уволилась, но еще жду последнее начисление. И уже вчера звонили, моя шефиня звонила и говорит: Маринка, вот я ей предложила одну женщину там, мы тебя тоже ждем, как отдохнешь, скажешь. Но, девчата,
Я им сказала, если я вам нужна, позвоните. Буду вот, будет мне хорошо, буду хорошо себя чувствовать. Может быть, я и приеду. Но пока, девчата, я очень сильно устала. Я не столько устала от работы, как я устала от перелетов. Как я устала сидеть где-то в аэропорту, ждать какие-то... Вот сейчас приехала, прилетела, и была маршрутка. Я успела на последнюю маршрутку на 7 часов. Это гораздо дешевле, чем я на такси плачу. И, ребята, вот делай всегда добро, и тебе добро вернется. Вот эти ребята, которые на маршрутке с автовокзала ездят на Ясы, это два родственника. Это два кумната, или как, два шуряка. Один румын, который женат на молдаванке, и брат вот этой молдаванки, это два шуряка. Они открыли две фирмы, умницы, умницы. Одна фирма молдавская на молдавана, одна фирма румынская. И вот один едет туда, молдаван, румын оттуда едет сюда, и вечером возвращается. И вот эти ребята, когда они немного вот поработали, только-только как-то начинали они тут работать, и я часто летала туда, ездила в Румынию к Каролинке и в Германию потом. И они узнали, что я имею два дома тут во дворе, что они пустые. И напросились ко мне вот в том доме, в моем, просто когда водитель приезжает в Румын, чтобы он останавливался, там спал. Так, наверное, они попользовались бесплатно моим домом года два. Когда оставались спать, когда не оставались спать. За тот цвет, за то тепло, что они вот там нагоняли, они всегда мне платили деньги. А за остальное я с них за съем ничего не брала. Но договоренность была вот такая, что когда я еду туда, я не так часто ездила. И я еду с ними бесплатно. Девчата, прошло года два, как они, им уже не нужно этого. Тут устроены на молдавскую фирму молдаване с румынским паспортом, который едет туда и вечером 7 часов обратно и спит дома. И румын тоже утром сюда, вечером едет обратно и спит дома. Но они меня встретили. Встретил этот вот, который, вот этот молдаванчик. И он уже, он директор же фирмы, вот этой транспортной фирмы. Он сам меня встретил в аэропорту, взял мой багаж, поставил в багажник. И сказал этому парню ни копейки с меня не брать, отвезти меня до дому, помочь разгрузить чемоданы, все, чики-брики. Я всю дорогу говорила водителю, возьмите из меня тоже деньги. Нет, вы потом. Когда я приезжаю домой, я говорю, возьмите с меня деньги за проезд. Он говорит, нет. Семён сам сказал, Семён зовут этого парня, сам сказал, Анна Марина едет бесплатно, и ты ее везешь домой со всеми, вот с уважением, с большим уважением. Я когда Насте рассказывала, Настя говорит, вот видишь, мама, что значит, делай людям добро, и добро к тебе вернется. Девчата, как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки-тёмки, пока-пока. Хочу вам заснять поближе вот эти вот фрукты и передать вам вот этот вкус. Это что-то, это шедевр. Если бы вы знали, как я за этим всем скучала. Вот такие яблоки растут в Молдавии. Вот такой рихор, девчата. Вот моя ладошка. Это яблоко больше, чем моя ладошка. 8 яблок таких, 2,5 килограмма. Но пахнут. Мне кажется, я могу передать даже через камеру вот этот запах. Вот этих яблок рихорд. А вот вот это вот называется зимний банан. Он так пахнет, девчата. И хурма. Как я люблю хурму. Я так обожаю хурму. И вот эти яблоки, это самые дорогие яблоки у меня на рынке были, которые стоят 75 центов. Хурма вот такая вот, конечно, 2 евро. Но это не поштучно, как там. 3 хурмы килограмм. 3 хурмы килограмм. Вот такая вот огромная хурма. Девчата, и мандарины, и все. Все, что я хотела тут в Молдавии купить, это нашего мяска и вот таких вот фруктов. Я не хочу бананы, я не хочу ананасы, которые подешевле там в Германии. Я хотела вот таких вот яблок.
Вот таких, чтобы я за 75 центов купила килограмм, съела и наелась. Пока я вам монтировала видео, у меня борщик готов. Так что, девчата, приятного всем аппетита. Пока-пока. Всех люблю, обнимаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду благодарна. Как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки-тёмки.